Всем хайк, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Резертир, и сегодня у меня небольшой подкаст для вас. Как вы видите по заставке, это Darksiders 2. Скоро выходит третья часть, и я решил всеми мыслимыми и немыслимыми способами попробовать все-таки дойти до того места, где я остановился в последний раз. Но перед этим я попытался все-таки попробовать восстановить, скажем так, сейвы, которые были у меня до этого. И знаете что? У меня получилось. Собственно, все вот эти сейвы восстановлены. Все ровно так, как было. Единственное «но». Как оказалось, в свое время, а именно 3 года назад, я таки запилил еще 4 серии. Но по какой-то непонятной, и, честно говоря, сейчас уже не помню причине, я их не выложил. Поэтому первые 4 серии, которые будут сейчас выходить, будут приветом из 2015 года. Вот. После этого я начну записывать уже нормально. Это было путешествие. Понимаете, да? Глюк даже в обновленной версии не исправили. Но это нормально. Черного камня исчез. Его улыбка — обещание того, что грядет. Хватит ли тебе сил восстановить 3? Да. В общем, хватит ли нам сил, все дела и так далее. Суть в том, что, в принципе-то, все окей. Мне все устраивает. Наш замечательный персонаж выглядит бодренько, очень классно, красиво, все дела. И все очень круто. Но тут есть вопрос. Я, честно, без понятия, как открыть DLC. Ну, то есть те моменты, которые нам давались именно дополнительно. То есть вот, ну, раньше я, например, мог бы просто, типа, зайти в загружаемый контент, и они у меня там были. Сейчас здесь такой фигни нету. И это проблема. Я, скорее всего, посмотрю, как их открыть. И если получится, буду проходить в этой версии. Ну, то есть она более улучшенная, все дела и так далее. Если не получится, я буду проходить в старой версии. Вот. Такие вот дела. Так, горнило открыт для нас. Ну вот да, кстати, в горнило нам обязательно надо будет наведаться. Я понимаю, что вы не знаете почему, зачем, как, куда, чего. Вот, но мы туда наведаемся, ладно. Кто не помнит, я постараюсь сделать напоминание того, что было в прошлых сериях, ну, как и всю серию моих видеозаписей. Вот, в Три Камня у нас на самом деле очень красиво, очень круто. Мне очень нравится, как они переделали. Ну, по сути, почти ничего не изменилось, но, по-моему, стало лучше. Да, то есть больше детализации, все дела. Поэтому я надеюсь, что вам понравится, друзья мои. Будем пробовать что-то делать. Вот. В любом случае, все будет так, как будет. Так что ждите, надейтесь, верьте. Нет, ну, я шучу, конечно, будет. Конечно, я запишу все прохождение полностью. Плюс я очень удивился, когда узнал, что доп-контент-то все-таки он прям доп-контент. И его прям проходить-проходить можно, оказывается. То есть, ну, я думал, что там, типа, он внутриигровой, а оказывается, нет, это отдельные 3 миссии. И я такой, вау, как бы, да? Вот, и их я, кстати, не проходил вообще. То есть, если с Darksiders я еще куда-то туда-сюда что-то там делал, да, то есть, за исключением, там, последних боев с боссом, то вот последний контент я точно не проходил. А помимо прочего, помимо Darksiders, так как мы с вами закончили с Destiny, то есть, соответственно, Destiny уже вроде как, ну, основная кампания закончена, там больше ничего такого крутого нету. Сейчас я вам покажу там еще, скорее всего, 1-2 миссии, которые мы сделали с Хантером, либо я сделал без него. И после этого Destiny окончательно приостановится. Ну, то есть я буду туда периодически заходить на какие-нибудь эвенты или какие-нибудь новые фишки, но в большинстве своем, скорее всего, проект на этом закончу. По крайней мере, пока. Помимо Darksiders, я также буду выпускать до окончания 2018 года еще одно прохождение, по крайней мере, я планирую это делать, и планирую все-таки завершить StarCraft, потому что, ну, уже надо добить его, там осталось все равно пару миссий всего. И по возможности
перейти на первый. Первый тоже в идеале завершить. Ну вот как-то так. Надеюсь, вам понравился мини-подкастик такой. Вот. Все будет круто. Все будет классно. И мы с вами свидимся скоро в ярости.